Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Фисташка и Кэтмакс. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Ребята, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Вы поставили очень много лайков, и будет у нас сегодня рубрика «Аниматроники против SCP». Я буду брать аниматроников, пацаны SCP. Дальше мы посмотрим, может и будет наоборот. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы будем начинать. А, у нас есть проволочный челик. Ах ты. Давай, иди сюда. Кто у нас тут? О, я вижу, SCP-шка бегает уже. Отвали, отвали от меня. А ну ударь меня разок, сколько мне жизни отнимутся? А ну на эти щупальцы зайду. Что-то они не дамажат меня. Зато сейчас я буду дамажить Димас. А где ты? А вот он я. Стоять, бояться меня. Ты Мишка вот этот маленький? Да. А ты мне ничего не сделаешь. Так получается, я убил твой костюм, а ты живой? Это да. Прикольно. Ребята, мы не ожидали, что так будет. Мы даже не проверяли, мы просто начинаем записывать. Хорошо. А знаете, что я сделаю? Вы меня не достанете. Ну давай, достань меня. А, не достань? Ах, жопа. Ну, сейчас. Давай, иди сюда. Где он у меня? Да блин, я падаю. Еще выше могу? Не могу. Так, Димас. Смотрим. Дай гранату, гранату. Блин, нет, нет, как нет. Гранату кинуть? А, ты взял из цепи, который стреляет? А ну, дамажни меня. О, что-то мало он дамажит так. За это тебя я убью. А сколько у тебя жизней? Так легко все будет. А у тебя сколько жизней? А, я горю. Ха-ха, этого я сразу убью. Серегу надо убить просто так. На. Ты убьешь меня. А ты что, поджигатель? Номер один? Да. Так, а тут пришла, конечно, на поломанных коньках. Сейчас еще потом возьму невидимый. О, вылазит, вылазит челепизрик, смотрите. Ребята, напишите потом в комментариях, как вы думаете, кто сильнее. И поддержите лайкосиком, подпишитесь на канал. Я очень Димас, буду рад. Ты где? А вот он ты. Блин, я к тебе пройти не могу. А, ты жирный этот медведь, хотел сказать. А ну иди крокодайл. Сюда, а ты исчез. Я здесь стою. Нет, у меня невидимый. Я перед тобой стою. Нет. Ха, это на записи прикольно смотреться будет. Никого нету. Я вижу, что тут... Я тебя дамажу? Да. Я тебя не вижу, ты невидимый стал для меня. Эй, ты чего не убиваешься? Так нечестно. Я знаю, как тебе отомстить. А ну. Сейчас идет, идет, успею. Смотрите, ребята. Идет против... Аниматроника никто еще не выжил. Мне кажется, SCP тоже не такие сильные. Если разработчики, конечно же, сделают полноценный пилпак, мне кажется, будет очень круто. Ну что, вы где? Ни одного не вижу. А ты где, Димас? А что вы статуи не берете? Она же шею ломает. А я скромника взял. Статуя шею ломает. Самая внизу серая такая. О, скромник. Привет, а ты можешь меня ударить, а ну-ка? Орет, орет, орет. Нет, не орет. Сейчас ударю. Да не, ты какой-то долгий очень. О, куда идет еще побежал? Один. Ты что можешь? Просто ходишь? Тысячу жизней. 10 000 жизней у меня, и ты ничего не делаешь. Опа, крокодил прибежал какой-то, розовый. А что это он чухается? Прикольно. На. О, бежит, бежит, бежит. Ну не дамажит почему-то. Это сам. Я не знаю, как дамажить. Как бить. Фисташка молчит, Кэтмакс молчит. Эта статуя вроде не мочит. А, не, мочит. 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 Ребята, мы нашли, берем статую, мочим Димас. А у меня жизни не тратятся. А почему жизни не тратятся? Стойте, давайте другого возьмем. А ну вот этого челепиздрика жизни тратятся? А ну иди сюда. Вот, это серая вроде бы дамажит. Во! Ого, нифига себе, у меня аж экран переклоняется. Вы когда ломаете мишену, я живой. Получается, вы снимаете 200 жизней за раз. Но при этом у меня очень шатается камера, я не понимаю нифига. На нас Димас смотрит, мы ничего не можем сделать. А, вы не две... Видел, видел. Нет, 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 отвалите. Отвалите от меня статуи. Мочите его. Не-не-не-не-не-не-не. Патроников. Тикаю. Кстати, ребята, вот сейчас уже может быть сомнение брать, что все-таки цепи слабые. Фисташка, ты где? Шатается. Шатается? Так, я внизу в подвале, где бочки эти вонючие. Давайте, идите сюда. Опа, 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 смотрим, смотрим.
Так я ж смотрю, ну давай. Я что, не убил тебя? Нет. А почему? Не-не-не. Потому что я статуя. Да как ты? Окружать его, ребята, со всех сторон. Не-не-не-не-не, не надо. О, их они разные. Кстати, вот та, которая светлая, она не убьет меня. Они не могут меня догнать. На статую очень конченое управление, поэтому я слиняю сейчас от них вверх. Ой. Окружайте Димаса. Ах ты читер. Невидимым стал, да? Так, иди сюда. Статуя валяется, как кусок говна. Эй, ты чё, ты пэхаешься? За спину? Во, с одного раза мочу. Не, это не дамажит, только серая. Это с таким поносовым цветом, немножко не то. Короче, самая последняя, пацаны и девчонки, там есть. Так, так, так. Опа, бежит, 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 давай. Чё-то не дамажит. Опять невидимый стал. Чё ты черишь? Но я наверху, тебе пиццерия сама. Хавают все. Жди гостей. Я в кабинете охранников. Залипаю здесь. Ого, что это за звук такой стрёмный? Это за тобой вышли. Кто? Я не разрешаю за мной выходить. Так, давайте, пацаны, я готов к битве. Эпичная битва. Опа, неплохо. Что-то ты слабо дамажишь. Ого, это что за оружка такая вонючая? Это граната. Это граната очень сильно дамажит. И огнем. Не убил? Блин, труп валяется. Так, чик. Ай! Ты чё, бомж? Беги, беги! Так, оно бегает, ты чё тут ходишь? Успел, да, заспамнить? Я знаю. Так, найдите меня. Так, пацаны, наблюдаем. Иду тут. Чё, вертолет прилетел, что ли? Зачем вертолет в помещении, ребят? Так, иду. Не, не иду. Два штуки, пойдет. Эй, ты чё по мне по затылку стреляешь? Ого, прям банда. У меня 8500 жизни. В принципе, неплохо дамажит. Чё ты живучий-то, а? Да, не спорь. Давайте возьмем, у которого жизни очень мало. Сейчас, 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 вот он. Давайте, 700 жизней. Убейте меня. Сейчас есть шанс все-таки отыграться вам. На. Прикольную оружку используют. Все горит. Кроме меня. Димас, ты везучий пока что. Я знаю. Аниматроники тащат. О, привет. Пришел, пришел, пришел. О, да, тратит жизни, но очень-очень мало. Ого. Пропишем, музычка играет. Вылазит, вылазит, нифига себе, аж до земля дрожит. Ну чё вы, давайте. 730 жизней. Статуя, мочи меня. Не? Этот вообще машет. Мелкий засранец. Тяжело попасть? Я знаю, что Димас. Вон, я по тебе попадаю, но у тебя хп нет, понимаешь. Давайте. Не можете. Сейчас будет. Упал. Отвернись, засранец, дай тебе. А чё, нельзя смотреть на тебя? Хочу и смотрю так в притирку. И убегаю резко. Бегу, 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 бегу. Где он там? Пока. Ты очень медленный. А ну давай, вали мне разок. Ого, извините, я вспомнил, мне кое-куда надо. А это что за монстр такой? 150 жизней! Нет-нет-нет, я хочу еще жить. А вот теперь мы с тобой поборемся, давай. Один на один, статуя и я. Опа. 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 Нет-нет-нет, не получится. Музычка. Так, этого надо вообще убить, он мне не нравится.
Ай, блин! Это ты меня убил? Да. Друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ссылайте рыбу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения, и все я. Пока!